Ужасная сказка вообще, конечно, ее когда-то вот тоже мужик сволочь написал, Шарль написал когда-то пером, и вот никто топором это вырубить не может. Давай, танцпол! Давай! Послала мама девочку, несмышленыша, к своей бабушке. Бабушка была, конечно, больная, на всю голову, жить на краю леса, одной в домике и дверь держать не запертой. То есть вдруг охотник какой-нибудь заскочит к ней. Послала к шапочке пирожками, немножко подкормить бабушку. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кашалоты. И очень опасные инфекционные заболевания. Долго сказка складывается, быстро деньги делаются. Ну, бабушка действительно очень больная была, у нее Паркинсона было. Но шапочка тоже была странная. Как можно прийти, увидеть в кровати это волосатое чудовище? Что, бабушка не бреется, что ли? Я не понимаю. Интервьюировала это волосатое чудовище. Тоже я вам скажу, волк-извращенец. Ну как можно? Есть людей, переодеваться в их одежду, ждать родственников, трансвестит какой-то прямо. Поймали одну женщину. Открыли черепную коробку. А там натянута какая-то веревочка. Думали, что это за веревочка такая. Ну что, потом взяли ножницы и разрезали. Ну что, уши отвалились. В Африке реки вот такой ширины. Ой! В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты. Ой, очень опасные инфекционные заболевания. Значит, идет эта шапочка. Она говорит: здравствуй, волк. Я красная шапочка. Какая ты красная шапочка? Ты дура. Я дура? Вот дура. Шапочку забыла. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кашалоты. Ой, очень опасные инфекционные заболевания. Испортили песню нормальную. Подонки, что сделали, а? Оставьте в покое.